5 ноября гандболисты омского «Скифа» сразились на домашней площадке с одним из лидеров нынешнего чемпионата – клубом «Пермские медведи». Поддержать нашу команду пришли более 500 болельщиков. Среди них губернатор региона Александр Леонидович Бурков, министр спорта Дмитрий Крикарьянц, а также мобилизованные граждане. Стартовые минуты матча прошли в равной борьбе. В середине первого тайма «Скиф» уступал с разницей в 2 мяча – 8-10. Пытались где-то, да, может, креативить. Давали пасы, которые были чуть-чуть недодачу, чуть-чуть где-то что-то они смахивались. Ну и мы получили в свои ворота легкие мячи из-за этого. А мячи взвинтили темп, стали острее действовать в атаке. Соперники приняли вызов, цепко сыграли в защите, результативно контратаковали. Первый тайм завершился со счетом 12-17 в пользу пермских медведей. Задача стояла отстоять в защите и сбегать быстрый переход. Одна из наших, скажем, фишек в команде. Мяч быстрее летит, чем ты бежишь. Поэтому, если ты видишь партнера рядом и зачем делать ведение, лучше отдать пас, и мяч быстрее к тебе вернется. Поэтому только вот была возможность паса, пас, сразу гол. Вторая часть матча также прошла с преимуществом пермской команды. Гости продолжали вести с перевесом 5-7 мячей, а гандболисты «Скифа» не сдавались. Под занавес матча сумели забить несколько красивых голов, но в итоге уступили со счетом 25-35. Они наказали каждые наши незабитые, брошенные лишние мячи сразу контратакой. Не успевали вернуться за ними. Почаще играли бы так, как концовку, когда со входами много обратной игры, несколько прогонов, не за один раз где-то быстрый гол постараться поторопиться сыграть, а так разыгрывать до конца, и тогда и пошли. В принципе, разрывали зону, получались броски, некоторые забили, некоторые нет. Это игра. Впереди у «Скифа» 4 поединка на выезде. Следующий матч мячи проведут 12 ноября во Владивостоке. В рамках Кубка России наши гандболисты сыграют с местным клубом «Витязь».